Казанской иконы Божьей Матери. Она является земной Матерью Иисуса. Богородица молится о спасении всего человечества. Человеческая природа Святой Марии объединяет каждого верующего через нее с Христом. Жду, когда, Мария, явишься теплым светом на заре. На мгновение останешься на проснувшейся земле. Обогрей наш мир молитвами, в мое сердце загляни. Потерялся там за книгами голос веры и любви. Потерялось в нем пророчество и застыла благодать. Затаилось одиночество, научившееся ждать. Но с годами сердцу хочется победить любовью зло, помолиться у источника, ощутить твое тепло. И вот в каких видах помогает Казанская икона: скорби житейского характера, исцеление плохого зрения, можно просить за сыновей, ушедших в армию или несущих военную службу. Молодожены молятся о сохранении мира и в отношениях. Женщины просят о процветании своего дома. Особое покровительство детям. Образ можно поставить возле кроватки. Ты прости, Мария, слабости. Как жить дальше, подскажи. Мы мудреем чаще к старости, когда жизнь вся пробежит. Помоги же нам по вере жить, из темниц освободи. Я хочу, как сын твой, добрым быть, и как он людей любит.